Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Калита Алекс. В сегодняшнем видео мы поговорим о некоторых аспектах модернизации или, как часто называют в народе, тюнинга трактора МТЗ. О том, как при минимальных финансовых затратах сделать ваш трактор лучше, повысить его КПД и увеличить его энергоэффективность. Ведь не секрет, что МТЗ в штатной комплектации не приспособлен в полной мере к условиям, в которых фермер его эксплуатирует. Конечно же, чтобы улучшить показатели трактора, нужно знать, что модифицировать. И как показывают многие опросы, самая главная поломка в МТЗ – это неисправность сцепления. Существует несколько основных неисправностей в механизме. Неполная передача крутящего момента от маховика мотора к колесам или, к примеру, затрудненная смена скоростей, вызванная неполным отходом фрикционного диска на увеличенном ходу. Первую проблему устраняем путем регулировки системы сцепления. А вот со второй проблемой уже придется повозиться. На данную неисправность указывает скрежет шестеренок в момент переключения передач. Грамотно настроив сцепление в вашем тракторе, вы избавитесь от многих проблем, от которых может полностью зависеть рабочий ресурс вашей машины. Поэтому при наличии у вас времени и средств, рекомендуем вам в первую очередь модернизировать начинку вашего трактора. А уже потом можно поставить и спойлер. Довольно часто происходит заклинивание мотора в результате снижения давления во время прогрева. Эта поломка может быть следствием загрязнения масляных каналов посторонними примесями в моторном масле. Чтобы не пришлось проводить длительный и дорогой ремонт трактора МТЗ, важно вовремя чистить вашу центрифугу. Еще один пункт из хорошего тюнинга – это модернизация рулевого управления трактора. В результате такого процесса снижается масса конструкции рулевого управления, уменьшается зазор до 4-6 градусов вместо 28, что облегчает управление трактором. А также почти в 7 раз уменьшается трудоемкость технического обслуживания трактора. Очень много зависит от модернизации навесного оборудования вашей машины. Огромное количество позиций, которые вы можете установить на свой трактор от скалывателя льда до бетоносмесительного ковша, с помощью которых вы сможете выполнить любую работу в любое время года. Также позаботьтесь о самых уязвимых местах на вашем тракторе. Металлу, как известно, свойственно подвергаться коррозии, поэтому рекомендуем заранее проводить сварочные и косметические работы, чтобы в дальнейшем ваша сельхозмашина прослужила вам как можно дольше. В завершение этого ролика хотелось бы сказать, что не только МТЗ требует модернизации. Трактор Т25, трактор ЮМЗ6, а также любая другая техника будет рада усовершенствоваться. Та же навеска на Т25 поможет вам увеличить его работоспособность в разы. Ну а что уж тогда говорить о турбине, которую вы видите на своих экранах. Элементарная смена сидения также пойдет вам только на пользу. Грамотно улучшив свою технику, вы почувствуете комфорт и удобство во время вашей работы. И это напрямую повлияет на ваш результат. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч!